Хорошо, центровая. В Копенгагене определились лучшие лучники и лучницы. Здесь, недалеко от стен замка, где заседает датский парламент, прошел чемпионат мира по стрельбе из лука. В финале женского командного турнира по стрельбе из классического олимпийского лука победили россиянки. Впервые за последние 28 лет. Со счетом 5-4 Туяна Дашидаржиева, Ксения Перова и Инна Степанова обыграли команду из Индии. На третьем месте – Южная Корея. В битве за бронзу кореянки смогли обойти японок. Днем ранее в стрельбе из блочного неолимпийского лука золото досталось женской команде из Украины. Что касается индивидуального первенства среди женщин, здесь в классике первое место у спортсменки из Южной Кореи, второе у тайванки и третье опять же у южнокореянки. Среди мужчин в личном первенстве золото досталось также южнокорейцу Киму Вуджину. Серебро у нидерландца Рика Вандервена и бронза у японца Фарукавы Такахару. В командном первенстве среди мужчин снова южнокорейцы. На втором месте итальянцы и на третьем тайваньцы. Чемпионат мира этого года рекордный по числу участников. Это 623 спортсмена из 96 стран мира. На 80 человек больше, чем 4 года назад в Турине, когда был установлен предыдущий рекорд.